Слава Украине! Слава ВСУ! Мы, казахи, 2 года ждали таких последних военных действий, которые происходят сейчас в Курской области. Мы поддерживаем Украину и желаем ей победы. Мы не с властью Токаева, не с диктаторской властью, которая стоит на коленях перед Путиным. Я хочу сказать оркам, расистам, это вам пришла ответка за Кантар, за январь 22 года, когда российские войска расстреляли 238 мирных граждан Казахстана, в том числе 4-летнюю девочку Айкоркем, 9-летнего мальчика Султана. Это вам ответка за геноцид, который вы проводите со времен советской власти. Мы желаем Украине победы и полного разгрома российских войск. Путин хуйло. Слава Украине!